последние часы в нашем доме, красотка. Четыре сиськи. Привет, друзья. Привет. Мы едем за клубникой на Гринблаф. Да. Не собирались снимать, не взяла камеру, но вдруг решила, что можно поснимать. На телефон снимаю. Будем сейчас клубничку собирать, покажем нашу природу чуть-чуть. Хотя все уже видели нашу красоту, наши поля, леса. Гора растаяла. Да, гора белая. Да, скоро июль месяц уже. Раз покин, снег сошел. Сейчас мы будем въезжать в поселок фермерский, называется Гринблаф. Максимерсом едем. Да. Клубника у нас выращивается только у трех фермеров. Симмерсы, Волтерсы и еще какая-то другая ферма. Я такой ни разу не слышала. Новая, видимо, какая-то. Так, вот он. Знак. И вправо, влево, куда ни повернешь, всегда приедешь к фермерам все равно. Так, пытаюсь снять американскую деревню. Как это все выглядит здесь. Так все уютно, живописно. У них своя школа, своя церковь здесь, пожарная станция, полицейская станция, по-моему, есть, да? Знаешь? Я думаю, что у них все здесь есть. Тихая, спокойная жизнь здесь. И дороги, как в Новую Усмань. Нормальная дорога, без ям. Дети любят делать а-а-а-а, когда едут по таким дорогам. Опустить колеса. Ага. Приспустить. Спустить. Так, мы как всегда, да, приехали. Опять полно машин и мало клубники. Сюда надо приезжать всем, да, разговаривать, Никита. Сюда нужно всем приезжать. А мы приезжаем в пол одиннадцатого. Уже сколько народа, ужас. Клубники уже точно нету. Думаешь, мы опоздали? Смотрите, ужас. Как на колхозных полях. Как всегда здесь. Трактор развозит на дальние поля людей. Может быть, мы сейчас тоже поедем. Сейчас возьмем корзины и посовещаемся. Далеко будем или близко? Три. Берите. Ну что, мы поедем на тракторе? Мама! Да, поехали на трактор. Все, пошли садиться. Ну как? Красота? Ну и пляска. Сейчас папа, вон они выходят. Ну что, где будем собирать? Пошли туда, наверное. Что-то какая-то клубника, похоже, больше на землянику. Мелкая такая. Клубника отличная, думаешь? Лёка, сколько много, мелкая такая, красная. Мама, а надо срывать вот так или отрывать? Нет, с травкой, с шляпкой. Ага, а потом ложить просто так? И не кидать, а класть аккуратно. Вкусная? Мам, а если оторвали, тогда есть. Да. А если ты съешь, значит, ты своровала. Невозможно собирать. Зато сладкое очень вкусное. О, дождь пошел. Дождик заморосил. Круто. Коля пришел ко мне помогать. Дождь идет. Да, очень хорошо, когда на тебя дождь капает. Все, бросаем, едем или будем собирать под дождем? Мы поехали? Собираем? Мам, я чувствую, что мы вернемся. Все. Лёня, уже льет, как? Ужас.
кошмар. Ты хоть один полную набрал, да? Ой, вся зеленая. Обычная, вся очень пустая. Уходите из-под дождя. О, какие вы. Идем платить и в машину. Слушай, льет вообще, заливает. Здесь столько много русских. Все под крышу залезли люди, спрятались. Так, судя по всему, сейчас все сбегают под крышу, и очередь будет большая, и вы будете долго стоять. Идем в машину. Пойдем в машину. Надо плачить телефон. Хорошо. Ой, в машине тепло, хорошо. Дождь льет, ужас. Грязный, мама. Ужас. Вот это мы с утра прохладнулись. Мама, высуши телефон. Высуши телефон. Мама, у меня капает. Ну, если ты будешь засовывать руку, то, конечно, будет капать. Домой. Вот такие вот две коробки клубники взяли, насобирали. И за них мы отдали за одну 17, да за другую 16 долларов. Капучино у нас последние часы дома. Сегодня мы ее отдаем в руки хороших хозяев. Там в этой семье есть еще одна девочка по имени Лиза. И они будут теперь хозяевами нашей кисы. Да. Они уже купили всякие домики, еду, игрушки всякие там. Да. Мы тоже ей в дорожку дадим ее еду, насыпем ей, дадим ей то, что она ест, чтобы у нее было дома. У них тоже есть канал, как у нас. Да, у них тоже есть канал, и вы сможете следить за ее жизнью на их канале. Да. Я вам дам ссылку внизу под видео. Какое у них название? Майя Лиза. Mm. Там у них мама Майя и девочка Лиза. Да, маленькая, ну что? Сначала будет тяжеловато. Ну ты уже большая, глянь какая. Глянь какой. Смотри, вообще. Уже большая, да. Вот тут. Видишь, какая красотка. Она наблюдает за тобой. Я нашей кошечке на первое время еду положу, которую она привыкла есть. Сухой корм и мокрый. Последние часы в нашем доме. Красотка. Она даже не знает, что ее мама знает. Вот спокойно. Давайте сейчас не попрощаемся. Через несколько минут я заберу, заеду за ней. Обойдите. Никиту нейтрализовали, он в другой комнате отвлекся чуть-чуть. Нужно будет отдать как-то незаметно без него. Он там по скайпу разговаривает. Да, Полюсечка, такая красотка наша капучино стоит, идет. Чувствуешь, что тебя сейчас заберут? Сонечка, дай ее к этим, посади. Ой, Бибикит, скажите пока, сестрички. Они сейчас. Да, давай, конечно, за мой цветок взялась, ага. Разбежалась. Ой. Бибик. Банда, смотрите, какой у нас Обамыч огромный вырос. А, Обамыч. Я этого Бибика посмотрю. Ой. Огромные. Так, короче, мы делаем объявление. Ну, мы собираемся раздавать котят. Будем объявление давать. Объявление будем давать дня через 4. Короче, кто живет в городе Спокене или поблизости, если кому нужны котята, то можете у нас забрать котят. Только, пожалуйста, свяжитесь с нами пораньше. Связаться со мной можно в ВКонтакте или в Одноклассниках. Кому нужны вот такие вот красивые кошки и коты, пишите мне в Одноклассниках или ВКонтакте. Злой котик. Очень хочется, чтобы они попали к хорошим людям, потому что так жалко их. Да. Неизвестным людям не очень хочется отдавать. А наши зрители, которые нас смотрят, они как бы наши друзья, можно сказать, поэтому будет не так жалко. Я хочу достать Бибика. Вот этого Бибика. Ну-ка, показывай еще. Обамыч. Обамыч, это такая крутизна. Давай. Колобок. Он по маленькому глупый такой. Ну, а потому что ребенок. Я знаю. Он готов играть с чем угодно, даже своим хвостом. Так, добрались до лампы, да? Нет. Это с хвостом. Глянь, это с ее хвостом, это с этим хвостом. А это с лампой. Цепочка такая у них. У них такой пояс. Если кто-то пойдет, тогда... Пояс.
Где Валюсечка, да, голубоглазая красотка? Что такое? Она такая приятная, она такая пушистенькая. Такая милая. У нее такой хвостик. Вот это кресло у нас стоит как жертва для котят, посмотрите. Еще кошка наша его драла, этот диван. Они его дерут, на нем играют и спят. Да. Смотри, мебель жертва. Люди. Валюсечка, все, расцеловали, все. Все, сейчас попрощаемся с ней. И вы скажете пока. Мама, все Изи отдадим этой? Нет, только капучино. Видишь, она любит волосы. Видишь, забери, пожалуйста, свою от лампы. Он добьется, что лампу ему по башке даст. Проходите. Ой, спасибо большое. Держи, Никита. Глянь, вы с подарками. Ну вообще, спасибо большое. Лизочка, спасибо, сказала. Красивая. И Лиза красивая, и Киса красивая. Одну берете. Да. Так, я на первое время положила для нее корм, к которому она привыкла, там мокрый в баночке и сухой, по чуть-чуть, да, чтобы, ну, она привыкла к этой еде. А мы тоже корм вам привезли, кошки и котята. Ой, да вы что? Спасибо. И молоко, ей нужно молоко, лактоз фри или для котят? Хорошо, будем знать. Или козье молоко. Да, или козье молоко. Лиз, бери своего котенка. Бери. Все, забирай. Вот эту ручку сюда, а вот так. Как ножку. Вы назовете? Внизу под ножку. Она еще думает. Думает. Вот так. Как вы? Мы как только ее не называли. Я ее капучино все время так и называю. Я, наверное, так и буду ее называть, но мы ей второе имя все-таки дадим. Какое Лиза захочет, да? Так, она, наверное, будет первое время плакать. Искать место первые два дня где-то у нее. Знакомиться, знакомиться, Лен Киса. У меня крема намазана. Она то, что запах незнакомый-то. Не надо, за лапки так ее, пусть она бегает. А да ее вынести будет на балкон, да, чтобы она не видела, как мы ее... Да не, она, надеюсь, что она не поймет. У нее тут останутся хвосты. А вы уже кому-то отдавали? Нет, еще не раз. Это первое. И то потому, что надо там прививки, вы хотели делать. Давай, давай, напоследок мне левую ногу поцарапу. У меня все ноги расцарапаны. Утром, когда из спальни выхожу, они вчетвером поползли. Так что берегите шторы. Можете увидеть, как у меня шторы теперь. Вон, видите? Ну что, давай попробуем сумку, как она будет себя вести. Покажем ей дом. Так. Поехали, капучинка, домой. Теперь можете за жизнью капучино наблюдать в другой семье. Я потом ссылку дам на канал. Что-то ее жалко. Ну, конечно, жалко. Я сегодня с утра тоже слезы била. Мы, если что, в отпуск поедем, вам привезем. Ну, не маленький, но не расстроит. Ну, все, все. Все. Плакать пошел. Да, он никак не может это перенести. Ну, все, ладно. Дайте я на нее последний разочек. Кто не плакать? Капучино, ты недалеко уезжаешь. Капучинка. Это чья палочка? Все, я ей подарила. Пока-пока. Соня даже не выходит. Да. Серьезно, так расстроены дети, бедные. Ребята, и спасибо, скажите. Пока. Спасибо. Спасибо за котеночка. Ой, упал. Пока. 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 Так, смотрите, вам зато подарочки в утешение привезли. Видишь, конфетки. Бери. Ну все, 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 доставай конфетки и утешься. Ну все, все, глянь, какие вкусные Рафаэлки. Ты любишь такие белые. Я люблю их. Не любишь, да? Я Миша, котятам нашим тоже подарочек привезли, оставшимся. Миша. Ну все, все, все. Чай для нас, чай вкусный. Ему молочко такое, мама, которое она пьет у нас дома. Мам, ей, а нет, идет, горячее молоко. Ну, подогреют, если будет не так что-то. Нам надо это пальцем, чтобы потом
а не ели. Вот такой волк-то еще не было, да? Угу. У нее настоящие волосы. Я незаметно сделала. Смотри, как красиво, даже не распугнула. Так, вот еще какой-нибудь. Видишь, какое вам утешение тетя Майя подарила. Отвлечетесь теперь от котенка. Это что? Это Бля, с прической. Слушай, первый раз вижу Лола с волосами. Мы же давно не покупались. Можно посмотреть, Лизочек? Слушай, у нее еще этот комбинезон, видимо, снимается. Видишь, потому что там несколько... Там еще другая одежда. Мама! Мне жалко ее было. Ну все, все, съел конфетку, еще возьми конфетку. Иди еще возьми. Мы же ее не на съедение волкам отдали. Ну, ей так будет хорошо у девочки Лизы. Из-за чая? Тебе чай заварить? Угу. Который тетя Майя подарила? Чай, да? Заварить его? Да. Это какая-то пижама, что ли? Нижнее белье, что ли, у нее такое? Соня, глянь, какой Лизе подарили Лол с волосами. О! Мы уже давно Лол не покупали. Соня, конфетками угощайтесь. Вот еще такие. Здесь есть Лянька с клубникой. Что там еще такие причиндалы? Это всякие аксессуары. Сколько у вас конфет? Видишь, они сразу забылись. Все. Никита сказал, что он, если еще конфету съест и чай попьет, который тетя Майя подарила, то все. Да, и он уже успокоился. Все. Чай органический какой-то, крутой. Да. Ого, какой чай. Тетя Майя, спасибо. Ого. Ого. Это, наверное, какой-то цветочек. Я первый раз вижу. Дай понюхать. Травяной какой-то, да? Сбор трав. Кошка запереживала, мам. Запереживала, думаешь? Походила, походила, туда-сюда, туда-сюда. Дай-ка. Смотри, здесь эта штучка, я поняла, для чего она. Нужно это чтобы ее вставить, потому что ножками сюда подставка для нее. Это зайчик будет, да? А бодок тоже мягкий? Угу, он не вог. Как пушистенькие и ботинки, да? Да, у него вот зайчик такой. Никит, ну ничего. Ну что? Никита, 4 сиськи! А я тебе 3! 4 сиськи, котенка 3. Ну, значит, больше кому-то достанется. Ну, больше достанется другим котятам. Мам, когда они у них родятся котята, то они нам отдадут одного. Говорит, снимай быстрее, там цвет от травы пошел, запах, по-моему, мяты. Ромашки точно запах сильно есть. Вкусно пахнет трава. Вкусно, вкусно, травяной. И с конфеткой. Таблетку для детей. Какую таблетку? Успокоительную для детей. Кому? Мне. Тебе, да, успокоительную для детей, а дети такую возьму. Никит, ну ты моя что? Костка продавается. Такая мягкая. Что там? Такая мягкая. Кружка. Да нет. Пожимай мне. Дайте мне. Мягкая, да? Никита сказал, что вот в этих конфетках есть успокоительная таблетка для детей. Это точно. Это прям 100% успокоительная таблетка. Просто я успокоюсь. Устал, да? Успокоился и хочу спать. Ой, трагедия, целый день, да? Вот так вот надо прически делать. Сначала нужно голову снять, сделать прическу, а потом одеть. Да учитесь, женщина. Да, какая одежда красивая у нее, как у Снегурочки. Веснушки. Сапожки, веснушки. О, у нее... Они там тоже есть коллекции свои, не знаешь? Не знаю. Снежный зайчик у тебя, Лиз, смотри. Вот, видишь? Снежный зайчик? Chill Out Club. Да Лиза себе бегудюшки уже накрутила. Бегудюшка. Кстати, чай заварили. В вашем беспорядке вы можете пить уже начинать. Пахнет мятой и ромашкой. Чай. Вкусно? Ну тут вообще много успокоителей. Смотрите, если в холодное опустить, смотрите. Ого! Глянь, синие сапожки. Слышь, меняет смотрите. Цвет, да? О, белеет. Да.
Ты проверяла бутылкой? Какой? Что она там писает, плюется, что делает? Плюет, да? Не видно. Лиза прям без бутылки ее так набирает. А, окей. Тебе понравился такой лов? Да. Спасибо, тетя Майя. Вот. Можно повесить куда-нибудь. Правда, мой шкафчик с ловами, и это не поместится. Так, ну и напоследок прикол дня. Никита взял треногу, включил вот эту камеру сюда, вкрутил. Я у Лизы спрашиваю, зачем это? Лиз, скажешь, зачем? Потому что он хочет заснять, как он ходит во сне, а мы не видим. Никита подозревает, что он лунатик. Я не знаю, с чего он взял. Он почему-то думает, что он лунатик. И он хочет ночью поставить эту камеру, включить. Потому что он там был, а потом и там оказался ночью. Телепортировался вот так вот к маме на кровать. Он хочет снять, почему он переходит к маме ночью на кровать. Смотри, лунатик пришел, взял конфету, пошел. Лунатик. Сейчас заснимем, как он лунатик. Ой, мама решила скрытую камеру установить для себя. Ну, Никита, ну чудик. Плакала? Угу. Ой. Так. Вот это красота. Не, ну опять на камере это не то. Ух, ничего себе, какая яркая. Да, вообще классно. Очень красиво. У нас часто здесь бывает двойная, видишь? Главное, она всегда в этой стороне. Да, она всегда вот так над нашим домом висит. Слушайте, освещение такое на улице. Посмотрите, после грозы, после дождя. Все зеленое, яркое. Этот вот отрезок нижний очень яркий. Вообще, да. Никогда не видел, чтобы такая яркая была. Раз. Смотрите, как нарисовано. Бля, класс. Даже кошка пришла посмотреть. Даже котя наша смотрит. Слушайте, дождь льет. А! Гля-гля-гля, эти двое товарища. Тын-тырин, тын-тын-тын. Сейчас я им сделаю дождь. Мам. Не надо! Папочка, холодно, не надо. Нет, папочка, я прошу тебя, не надо. Честное слово, тебе холодно, мне так противно. Папочка, пожалуйста, я тебя умоляю. Страшно? Очень, гля, босиком ходит папаша. Так, а вот другой конец этой двойной радуги. Класс, так красиво здесь. Да, двойная радуга. Тут звонят по скайпу, хотят кому-то показать. Веруня, она там где-то в горах, посмотрите, эта радуга. Вот две радуги. Я вижу, я вижу. Да и куда ты звонишь? Верну я. Посмотрите на эту красоту. Вообще супер. Ничего себе.